утра. Наша съемочная группа подъезжает к автозаправке на Гизельском круге. Здесь нас уже ждут ребята из квадроклуба «Алания». Заправляем полные баки, тестируем связь и отправляемся к нашим гостям из Москвы. Ребята прибыли в Осетию накануне вечером. Остановились в уютном гостевом доме на въезде в Кубанское ущелье. Так, 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 не вмещается, значит, да? Привет. Давай приветы сюда. Все снимает, скрытая камера. Аслан Хикилаев – опытный квадроциклист. Именно он держит связь с коллегами из других российских клубов, организовывает туры и сопровождает гостей на маршрутах. По словам Аслана, Осетия – потрясающее место для развития квадротуризма. С учетом протяженности трасс и сложности их прохождения, здесь можно подобрать маршрут на любой вкус. Люди приезжают для нас это как бы сравнин. То есть это Москва, Санкт-Петербург. Они привыкли ездить только по грязи, по равнинам. А такие, как горы, такие места, как подъемы, резкие спуски, уклоны. Для них это сложно. И по возможности мы пытаемся лайтово с ними кататься. То есть максимально для них проще. Квадроциклисты московского клуба ATV Travel подтверждают, что Осетия – рай для квадроциклистов. Многие из ребят приезжают сюда снова и снова. Сегодня они готовы испытать себя и своих четырехколесных коней на прочность. Волнение и кураж словно повисли в воздухе и приятно щекочут нервы. Первая остановка у дорожной развилки на Кахтисар. Ребята поднимают дрон. Он здорово помогает определиться с маршрутом для будущих покатушек. Взяли и вот какую-то трассу смотреть. Ну, у нас пацан делает. И вот он поднимает его, и начинаем по трассе искать. Сейчас листья. Селение Даргавс. Очередная остановка квадроциклистов у городка мертвых. Те, кто здесь впервые, отправляются на экскурсию. Посещение самого крупного некрополя Европы обойдется туристу в 30 рублей. Гости несколько смущены ценой билета. Интересуются, на что тратятся вырученные средства. Менее любопытные опустошают сувенирную лавку. Смели, кажется, ребята, этот весь турист с сувенирами, я не знаю. А что плохо? У меня не достанется другим. Да, мне сказали, я один себе в этот раз приехал, сказали, обязательно. Мы приезжаем в каждый город, и тарелка обязательно. У меня уже стена вся завешена. Пора в дорогу. Путешествие продолжается. Следующий пункт – долина Медограбинских водопадов. Здесь словно из поднебесья не спадает самый высокий водопад Европы – красавец Зигалан. Проехать к водопадам можно только через пограничный пункт Джимара. Туристам не избежать процедуры досмотра и проверки документов. Наконец проверка пройдена, и мы готовы ехать дальше. Скорость 100 км в час. Нереальный драйв, адреналин, ощущение полной свободы и единения с природой. Кажется, что клубы пыли поднимаются выше гор. Видимость нулевая. А вот и первый экстрим. Вот это да. Выехали. Я пробил все колесо, порез сантиметров 10. Посмотрите, сантиметров 10 точно. Серый подъехал, достал необходимый инструмент. Вот с Олегом. Пробитому колесу квадроциклист должен быть готов в любую секунду. Часть команды занимается ремонтом, другие отправляются к водопадам. В горах темнеет рано, поэтому туристы пользуются каждой минутой для наслаждения местными красотами. Чтобы починить поломку, ребятам понадобилось меньше часа. Команда вновь готова к приключениям. А вот и знаменитые термальные источники Кармадона. Это последний пункт нашего квадропутешествия. Самое время принять горячие ванны, подкрепиться и отдохнуть у костра. Квадроклуб «Алания». Встретят, накормят, проводят, прокатят. Спасибо. Погуляют. Солнце уходит за горизонт. Время возвращаться на базу. Покатушки в темное время суток – это особая, суровая романтика для искушенных.
Завтра московских квадроциклистов ждут новые впечатления, незабываемые пейзажи и неизведанные маршруты.